Какое преступление признается совершенным по неосторожности? Согласно части 1 статьи 26 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности. Какое преступление признается совершенным по неосторожности? Согласно части 1 статьи 26 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности. Какое преступление признается совершенным по неосторожности? Согласно части 1 статьи 26 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.